Отлично. Нам тут не нужно убиваться до этого. Да. Когда? Без разницы, просто приходишь. Дальше делаешь так. Почему? Да, для этих кого нет. Просто держишь одну длиннее прядку, да, и потом на нее все это делаешь. Как дела? Я вторую. Ну, отлично. Теперь давай посмотрим, можно я твою посмотрю? Они, вот их надо чуть-чуть еще, да, и по пленочке покатать. А там что-то очень мыло много у нас. Если есть другой вода, вот можно там у Гончаров попросить водички туда плеснуть. Если много галок. Гончаров, Гончаров. Вот кипяточек вам же будет лучше. Чтобы очень много не наливайте, чтобы не горячее было. А можно нас подать? Мне вообще ничего не получилось. Я сейчас тебе расскажу. Вот смотри, ничего не тонько. Вот чуть-чуть, да, она выровнялась. Чуть-чуть покатала, она выровнялась. Вот эти тоже лучше. Вот это еще надо. Сейчас я подойду каким-то образом, так как вылезу неизвестно каким. А вот прям там, через лавочку прыгает. Вот только и осталось. Может, ты подойдешь? Покажи. Мне кажется, я слишком тонкий взялась, у меня вообще не устраивает. Да, они тонкие, но ты, а чем тебя они не устраивают, в принципе? Ты их просто отжала, да? Вот так еще можно. Потом... Водичку, термос, вон термос я вам поставила. Что, смотри, сделала? Она у тебя раз не мыльная. Там горячая. Научишь? Побольше. Научишь? Более мыльную сделаю. Да, мыльную добавить. И как ее катать? Можно вот так катать? Более у тебя, да? Красивее. Можно мне еще кофту взять? Слышь. Если хочешь, возьми. Да, вот она, да, ты вся в любви. Да. Только у нас тут место вот... Сначала на рыбу, потом уже. Удачи, лапочку. Что вы, спортсменки, что ли? Так, я мучу твою. Да, я вот не знаю уже. Просто. Возьми другую, да? Просто возьми другую. Не переживай, она у тебя хорошая. Тоже надо. Залить немножко. А есть же этот у тебя. Бутылку с водой. Вот я брала у мастеров. Кончилось. Забрали. У нас открыто просто. Лучше, честно говоря, лучше этой самой тряпочкой. Да, тряпочкой. Я прям это... Ну нет, нажмого сердца. Обращение такое. Но она все равно сейчас мочит. Равно. Намекни. Напомни процесс. Процесс не буду намекать, напоминать. Даю вот шерстки. Уже да, кто опоздал? Да, кто опоздал? Мне кажется, мешать нам. Все нормально, вы дреды как раз. Вы будете делать целую кучу этих самых. Ну там не такие дреды. Ну да. У нее другие. Девчонки, всем все понятно, кому непонятно. В процессе. Прости, моя хорошая в красных шортиках. Ты возьми свою, не теряй ее, она хорошая. Ты не... Какие длинные. Ты полюби так, ее. Да, смотри. Я просто не знаю. Ты любите. Не паникуй. Да, все отлично. Все хорошо. Все, что происходит здесь, все правильно. Все. Знаете, вот у шерсти характерный запах. Чем ее убирать? Вот этот запах? Я не чувствую это вообще никакого запаха. Это от мыла с шерстью? Нет, шерсть. Я не могу сказать, да. Мне тот запах, который хотел бы убрать, такого я не чувствую. Смотри, ты берешь вот это. Вот. Махаешь вот это все. Крем у ней такой. Ну, не обязательно намазать, просто чтобы все махнуть. Ногами, я думаю, что в той палатке. А у меня нормально, массаж. Все у меня.
Отлично, отлично, все, можно успокоиться, да? Вот получаем. Теперь мы вот так по пленочке начинаем катать, а потом в руках. А сколько надо таких покатать? Сколько ты хочешь? Ты хочешь на своей резинке? Да, на свою резиночку сколько ты? Пять. Вот здесь пять. Пример, здесь пять. Ну, Возьми другую. Возьми другую, не мучайся. Давай теперь сделаем. Тебе надо рушить. Ты помыть надо. Тряпочку вытри. И где твои жонглёры стоят? Да, можно тряпочку? Ну, что стоят? Да, кому не хватает там, тому столу полотенчика, тут можно найти полотенчик. Сейчас актерского. Ага, счастливо. А не обязательно лишь... катать только, да? Ты можешь. Мандала. Плечом. А вы где стали? Мокрыми как мыльными руками. Вытирай. Вот полотна темно-синяя. Угу. Может больше концов у нее будет? Еще больше концов у нее бывает. Да, можно сделать 12 лучших, там ваш баланс. Нет, слава богу, нет. Есть еще так же 24 лучших, но они по полтора метра. Друзья, на нашем столе как у вас? Как у тебя? Вошла в процесс? Вот схватилась, тебе удобно держать в руках? Все нормально. Что я могу тебе сказать? Все хорошо. Вот это немножко, да, то, что запуталось. Прирожденная валящица. Сальчик, ты можешь. Мы можем взять, берем, отрываем, а это закрепляем. То же самое валяем. А у меня нормально получилось? А ну поближе, я... Ты не высохнул даже? Нет, 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 ну что ты спешишь-то? А смотри, может быть, вот еще коричневый сейчас возле валял. Чуть-чуть буквально, да? Пойди сюда. Все у нее хорошо. Все прекрасно. И что, ее просто оставить пока? Вообще, по большому счету, я вам сейчас покажу, что зеркало, а так вы моете это все. Всю свою красоту. Или даже так, сейчас мы соберем, пойдете, потом помоете. Вместе с резинкой. В общем, ты делаешь столько, сколько тебе нужно. Пока ничего с ней не делай. На, все хорошо. Похоже на пельмены, когда раскатываешь. Да. Пластилин, да. Пластилин, это слишком давно. Детская, пельмены, да. Детские воспоминания. Но и то, что ты поваляешь, это хорошо. Картину на стену повесили, да, Горь? Сколько времени? У них эти палочки не так, что у меня такой стиль. Что? До конца. Ну вот тебе наша развалит. Так все удерживаем. А ты узнай, девочки, где они? Сразу мы все сразу хочешь. Если что, потом вот там вот коробку пристрою и вот это видно. Да, бери, бери, вопрос. Смотри. Ага, ну да, она отталкивается. Вытягивай. Помогай. Сюда, если рвешь, она тебя. И что же, потом это привязывать куда угодно, как угодно. По большому счету, да. Конечно, ты. Да, хватит. А? Да. Соображение. Ну, фабрикат, я так понимаю. Это жгут, да? Называется жгут. Вот ты. Плотнее, да. Уже не жгут, это уже палочки. Можно использовать, да, это уже как ваша фантазия вам подскажет. Он гнет, он хороший. А как сделать, чтобы эта змея
была примерно одинаковой толщины. Сначала прятки как бы примерно одинаковые брать. Ну, они примерно одинаковые, но к концам что-то как-то получается. А, в смысле, к концам? Да. Ну, вот она вот здесь явно толще, чем вот, дольше, чем вот здесь. Поваляй. Там, где ты больше валяешь, там она больше сочетает. А я здесь в руках делаю. Отлично. Что, художественное валяние? Да. А можно я куда-нибудь на ваш стол положу, а то они меня уже а почему это на ваш, интересно? Там, а у меня гипс, гипс. 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 А надо на солнце кладить, пускай солнце. Ох, не дашь тебе. А вот там столик еще есть, он да. Чистый, посмотри. У нас просто тут места нет, не просто ради. На крышу! А им на солнце ничего не будет. Им вообще ничего они живут, никогда не будет. Они же шляпы натуральные. Пошли на дверь. Ай-яй-яй! Что случилось? Да вы что? Ой, нефиг, девочки. Они саранча? Если даже саранча, он уже съест. Я не знаю, чего вы паникуете, я сама себя. Главное, да, вообще паниковала. Образовался тренинг по духовому пению. А я ей повел свой тренинг. Квадробное дыхание. Очень много, сразу говорю. Не, я знаю. Ты потом просто положи обратно, чтобы оно не валялось в этом самом. Чтобы оно не валялось в поле. Я сейчас положу, хочу помериться. А он не закрыт еще? Так, на, держи, я увлеклась твоей штукой, она такая приятная. Это чья-то тоже у меня же. Кажется, заметно. Нормально. Уже не помню, чья. Нормально, сейчас лучше всего. Сейчас не забудьте давайте помыть. Помыть. Помыть за, да, и руки вымыть. Так, кто спрашивал, что дальше делать? А мы уже объяснили. Все объяснили. Какие молодцы. Ой, замечательно. Замечательно. Единственное, что просто она на волосах, ты думаешь, она, да. Молодцы! Я очень рада. Говорю, кому нужны визитки, кто хочет учиться еще, приходите. Просто пишите, любые вопросы задавайте. У меня в группе там есть много мастер-классов, подборка. Радость, буду счастлива. Вот я мастер-класс провожу, 3,5-часовые стоят 450 рублей. Вот. Там программа есть. Сейчас я выберу столько себе, хорошо? Давайте. Юля, крупным планом, пожалуйста. Начинаем. Страшно, не люблю японцев. Я из спину все время есть сюда. У меня машины красные. Супер, супер, лайковые, классные.